десятки профессиональных и тысячи любительских команд уже исключили посредников, обратившись в «Спортпринт-М». Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на центральном поединке 27-го тура первого дивизиона. «Гепардс Буран» — два претендента на повышение в классе, две команды, располагающиеся на третьем и четвертом месте до начала этого уикенда. Два коллектива, которые не скрывают своего желания попробовать свои силы в высшем дивизионе. Сегодня, в этот ранний воскресный час, схлестнутся между собой в центральном поединке. Два коллектива, которые по-разному втягивались в сезон. Гепардс, скажем прямо, плохо начал чемпионат. Долгое время располагался ближе к середине турнирной таблицы, но постепенно набрал свои лучшие кондиции. Начал свою великолепную беспроигрышную серию, которая на данный момент составляет 12 матчей во внутреннем первенстве. И сейчас подходит к этому поединку в качестве несомненного фаворита. «Буран» имел определенные проблемы в последнее время. В первую очередь связаны они были с тем, что травму получил Алексей Герасимов. Были у него проблемы с рукой, что, естественно, для голкипера является серьезнейшей проблемой. Но сегодня Герасимов в строю. Более того, сегодня Герасимов выводит свою команду с капитанской повязкой. Все дело в том, что капитан команды Шамиль Умалатов дисквалифицирован. И таким образом именно голкиперу выпала честь сегодня быть главным в своем коллективе. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи Александр Вдовин. Давайте быстренько пробежимся и по стартовым составам играющих команд, потому что уверен, с первых же мгновений сегодня у нас игра пойдет на самых и самых высоких скоростях. Футбольный клуб «Буран», номинальные гости сегодняшнего противостояния, в бело-голубой форме выступают. Алексей Герасимов, 30-й в воротах у «Бурана». В центре обороны Алексей Чугунов, номер 13, Артем Соболев, 22-й слева, Артур Бегларян, 4-й справа, Егор Дунаев, 10-й в центре поля расположился, чуть правее Виталий Хомяков, 2-й, чуть левее Берег Тутберидзе, номер 88, на острие атаки Александр Петрученко, номер 99. Дмитрий Филимонов защищает ворота «Гепардс». Дмитрий Гитбендер, 14-й номер, капитан команды в центре обороны у команды, которую мы долгое время называли «Кошками». Но постепенно, прислушавшись к мнению самих футболистов, от этого прозвища отказались. Павел Чекмаев, 90-й, играет с левого обороне. Роман Романов, 84-й, справа. Денис Мехедов, номер 7-й, будет занимать позицию центрального полузащитника. Помогать ему в этой линии собираются Андрей Конищев, 89-й, и Демид Сычев, 50-й, на острие атаки. Одна из главных звездочек «Гепардса» Алексей Штырн, у него номер 20. Один. Сразу по три футболиста располагаются на скамейках запасных одной и другой команды. Есть возможности для изменений в составах, если того потребует ситуация. Ну и скажем, что несмотря на достаточно хорошие составы сегодня, есть все-таки определенные потери как в одной, так и в другой команде. Безусловно, на первый взгляд кажется, что потери «Бурана» более существенные. Мы говорили уже о том, что Шамиль Умалатов на прошлой неделе в игре против «Вымпела» получил свою четвертую желтую карточку в сезоне, и поэтому этот матч пропускает, этот важнейший для себя и для своей команды поединок. Но в любом случае, безусловно, и без Умалатова есть кому отыграть в обороне. Даже подумывали наставники «Бурана», что Чугунова сделать капитаном на сегодняшнюю встречу, но вот сам центральный защитник от такой роли отказался. Вот сейчас как раз-таки именно он первым на мяче и будет, спокойно позволяет мячу покинуть пределы поля и будет аут.
И у нас, к слову, первые замены в сегодняшнем матче. 3,5 минуты всего лишь в стартовых сочетаниях отыграли футболисты. Да и вообще, вот я смотрю на футбольное поле и вижу, что у Гепардс сразу несколько перестановок, в отличие от той расстановки, которую мне наставник команды Дмитрий Гитбендер сказал. Но он предупреждал о том, что возможно некоторые изменения по причине раннего времени начала поединка. Не все футболисты успевали к началу встречи. Вот, в частности, под 34-м номером Ярослав Короленко матч начинает в центре полузащиты. И, насколько понимаю, он Дениса Михедова заменил. Но пока больше атакует Буран. Команда, которая исповедует комбинационный футбол. Команда, которая, безусловно, любит и умеет комбинировать. Много красивых голов забивали бело-голубые по уходу нынешнего сезона. Но вот, повторюсь, потеряв Алексея Герасимова на небольшой, скажем, прямо-таки срок, вот не обошлось без потерь в последних матчах. На прошлой неделе Буран сыграл в ничью 4-4. Причем поединок получился настолько драматичным, что даже по прошествии одной недели я не могу определить, что же в итоге получилось. Спас ли ничью Буран или же потерял 2 очка? Там все очень стремительно развивалось. В первом тайме преимущество команды Александра Новизенцева было просто подавляющим. И 2-0 вели бело-голубые. Но затем в начале второй половины буквально там минуты за 2, за 3 пропустили трижды. И в итоге были вынуждены отыгрываться. Долгое время никак не могли пробить Староверова, голкипера Вымпела. Но затем также в течение короткого промежутка дважды отправили своего соперника к центру поля. Но в итоге, в конечном счете, все-таки ничейный результат, ничейный итог. И команды разошлись миром. У Гепардс на прошлой неделе получилась, скажем, прямо-таки легкая прогулка. Ювенал, который постепенно приобрел статус грозы авторитетов, обыгрывали охранники, к слову, Аэрофлот. Это было первое поражение летчиков в сезоне. Отбирали очки и у смены. Но вот на игру против гепардов не сумели собраться толком. Сергей Зеленецкий действовал в поле. Ну а сама команда вообще играла в численном меньшинстве. И в итоге получила, как говорят в таких ситуациях, авоську забитых мячей. У нас тем временем стартовый отрезок подошел к концу, забитых голов мы с вами не дождались, а Гепардс проводит свою хорошую атаку со стандарта, скидка на дальнюю штангу, здесь совсем чуть-чуть не успел на этот пас партнера Алексей Штерн, там открывался, и в итоге потенциальный голевой момент завершился вообще без забитых мячей, а это у нас опасная игра. Главный арбитр встречи останавливает поединок и назначает свободный удар в собственный штрафной, естественно, Бурана. Вот такой нетривиальный момент, скажем прямо. Привыкли мы в основном видеть, что в таких ситуациях назначают пенальти, а быстро разыгрывает Гепардс без свистка. И счет в сегодняшнем матче у нас открыт 1-0. Здорово все сделали гепарды, не дожидаясь никакого сигнала от рефери. Быстро разыграли мяч, и Алексей Герасимов был бессилен в этой ситуации. Счет в поединке открыт, и гепарды на 8-й минуте выходят вперед. Посмотрим, как отреагируют на пропущенный мяч бело-голубые. Понятное дело, что и так они собирались играть первым номером. А Гепардс — это такая команда, которая как раз-таки напротив очень хорошо действует, когда соперник играет от себя. Вообще, вот наблюдая за матчами красно-черных, у меня постоянно складывается впечатление, что я смотрю за игрой какой-то машины. Не в том плане, что гепарды сметают всех на своем пути. Нет, такого впечатления как раз-таки подопечные Дмитрия Гитбендера не производят. Но
Каждый в этом клубном механизме знает, какая роль ему отведена, как необходимо действовать, и в итоге... Все прекрасно понимают, в какой точке может оказаться футболист в той или иной ситуации. Они как будто даже бы обладают неиссякаемым запасом сил. То есть такая вот челночная работа, это вот именно все про Гепардс. У Бурана другие козыри. Говорили мы о том, что эта команда исповедует комбинационный футбол, и от своих слов мы не отказываемся. Есть много классных исполнителей в команде, в том числе поигравших и на самом высоком уровне ЛФЛ, в частности Даниил Шкарин, который сегодня присутствует на игре и готов принять участие в этом противостояние, но начинает матч на скамейке запасных. Конечно же, Берег Тутберидзе и Алексей Герасимов. Два футболиста, которые поиграли, и некоторые из них и продолжают выступать за молодежную сборную Севера. Есть и другие представители молодежной команды округа в составе Бурана. К слову, Буран является единственным клубом первого дивизиона, делегирующего футболистов в эту команду. Здесь было нарушение правил, но со стороны атакующего футболиста Берег Тутберидзе нарушал футбольную букву закона, но, понимая, что мяч остается у Гепардс, главный арбитр встречи останавливать поединок не стал. Но достаточно быстро себе бело-голубые вернули мяч. Дунаев возглавляет атаку своей команды по штрафную, и здесь совсем чуть-чуть не хватило Александру Петрученко, чтобы до этой передачи добраться. А это ответ уже Гепардс по 31 номерам. Насколько я понимаю, у нас Илья Станиславский сегодня играет. Это был единственный футболист, который в стартовом протоколе остался без игрового номера. Насколько я знаю, какие-то проблемы с экипировкой у Ильи были, и дожидался он, пока на стадион прибудет его форма. И судя по тому, что 31 номер в моем протоколе нигде не отмечен, это именно Илья Станиславский, также, к слову, поигравший в высшем дивизионе Севера за футбольный клуб МЗКП, но вот решивший, что во второй части сезона, когда МЗКП не сумел пробиться в первую восьмерку, его помощь будет больше нужна в родном коллективе, который сражается за повышение в классе, и Станиславский вернулся в Гепардс. Петрученко здесь на мяче. Александр, но у него без нарушения правил выбивает мяч Ярослав Короленко. Было достаточно опасно с точки зрения возможного назначения штрафного, но чисто сыграл в этом эпизоде опорный хавбек Гепардов. Ну и, к слову, именно Станиславский и забил первый гол в сегодняшнем матче. Именно он открылся под передачу со свободного удара. Штерн, выход 1 на 1, не сказать, чтобы чистый, потому что спиной к воротам принимал мяч Алексей, и приходилось одним касанием и укращать передачу, и разворачиваться. В итоге неудивительно, что его успели в этом эпизоде соперники накрыть. Но снова с мячом Алексей Штерн убирает мяч под левую, катит еще левее, но не проходит эта передача. Вот мы говорим о том, что есть яркие исполнители в Буране, но, наверное, не стоит и забывать про того же Алексея Штерна, который символизируется у многих, я уверен, как главная фигура команды. Хотя в этом сезоне не так много он и матчей провел, и голов забил, но всему виной травмы, преследующие последние несколько лет Алексея и доставляющие ему дискомфорт. Ну а лучший бомбардир в составе Гепардс на сегодняшний момент — это Демид Сычев. Он сегодня также на поле. Ну и, конечно же, не будем забывать про Андрея Конищева, лучшего игрока марта в первом дивизионе по версии нашего портала Sport.ru. Гепардс в атаке. Передача в центр, не доходит мяч до Штерна, а вот эта вот передача дойдет и бьет в одно касание Алексей, но не точно, защитники блокируют удар, и будет угловой. Еще один стандарт Гепардса, стоит признать, постепенно инициативу перехватывает.
Штерн, подача на дальнюю, точно на голову подключившемуся к этому корнеру Дмитрия Гитбендера, и тот в ближнюю девятку вонзает мяч. 2-0, отличное начало противостояния для команды Гитбендера. Два гола, не сказать, что они оба получились быстрыми, но это, безусловно, весомая заявка на успех. И сразу же реагирует тренерский штаб Бурана на происходящее на поле. Проводит Александр Новезенцев замену. Поля покинул у нас, насколько я понимаю, как раз-таки Алексей Чугунов. Посмотрим, как изменится расстановка у бело-голубых. Кто отойдет на позицию последнего защитника? Как еще может измениться игра команды? Ну а пока у нас Буран зарабатывает стандарт. Вадим Болдырев, насколько я понимаю, теперь будет играть на позиции центрального защитника. Также на поле и Даниил Шкарин уже появился. Но этот стандарт, это, скорее всего, для Берега тут Беридзе. Правда, тут, конечно, возможно и передача под выстрел к тому же Шкарину. Но бьет сам Тутберидзе и под перекладину направляет мяч. Дотягивается до мяча Дмитрий Филимонов. Показывает, что его подталкивал соперник. Но, на мой взгляд, там никакого нарушения правил не было. Да и рефери тоже своего внимания на этом эпизоде не акцентировал. Еще один стандарт. Тутберидзе будет выполнять подачу от угла поля. Навес здесь... Опасно достаточно было вблизи ворот Дмитрия Филимонова. Ну а Тутберидзе выполнит еще одну подачу от угла поля. Шкарин разыгрывает мяч с ним Тутберидзе. Получает ответную передачу, входит в штрафную. Но здесь сразу 4 футболиста его окружали. И было, конечно же, тяжело ему выбраться из этой непростой ситуации. Конищев в контратаке. Гепардса скидывает мяч Конищев Станиславскому. Тот под лево убирает. Бить не стал. Покатил левее. Там сразу 2 партнера его находились. Но этот пас изначально, казалось, не проходил. Но быстро себе мяч возвращают красно-черные. Мехедов сохраняет мяч. Откидывает назад Гитбендеру. Тот играет просто, разряжая ситуацию на чужую половину поля. Но здесь мяч у Дунаева без каких-либо проблем отбирают. Впрочем, и у номинальных хозяев поля снаряд также не задержался. Гитбендер не стал играть по мячу, возможно, не дотягиваясь до него. И в итоге опаснейшая ситуация. Петрученко пробивал со второго этажа, но удар получился точно по центру. И Филимонов с этим моментом справился. Болдырев. Заброс вперед. Дойдет передача? Нет, чуть-чуть не хватило длины поля Даниилу Шкарину, чтобы успеть за этой передачей. И в итоге удар от ворот. Несмотря на раннее время начала поединка, достаточно бодренько у нас игра. При том, что номинальными хозяевами поля являются гепарды, на самом деле команда Дмитрия Гитбендера больше предпочитает играть в вечернее время суток. Даже у нас шутки ходили по поводу того, что гепарды у нас ночные животные. Здесь еще один момент упустили красно-черные. Могли они забивать третий гол, но когда уже Алексей Герасимов был не в силах свою команду выручить, на помощь пришли защитники. Ну а Герасимов, к слову, вообще является одним из лучших голкиперов первой лиги. На его счету достаточное количество сухарей, поэтому показатели он лидирует в первом дивизионе. Но вот нельзя сказать, что Буран пропускает не так много мячей в первой лиге. Например, у Аэрофлота почти в 2 раза меньше пропущенных, 28 голов. Меньше и у Гепардса на 11 мячей до начала этого поединка и на 13 голов. Если мы уже приплюсуем к нашей статистике сегодняшний
матча. Но вот Герасимов очень часто отыгрывал на ноль, да, а в других поединках, к сожалению, свою команду выручить не мог. А здесь за счет индивидуального мастерства Даниила Шкарина Буран отыгрывает один мяч. Автором гола становится Александр Петрученко, подождавший передачу от партнера на дальней штанге. И на 19-й минуте у нас сокращается разрыв в счете. Чувствую, сегодня, дорогие друзья, мы увидим много забитых мячей. По крайней мере, первые 20 минут всячески этому высказыванию соответствуют. Снова достаточно быстро мяч себе Буран забирает. Тут Беридзе переводит мяч налево. Соболев чуть было не упустил мяч за боковую, но в последний момент сумел оставить мяч в игре. Болдарев. Заброс штрафную, но это очень сильно. Петрученко, конечно, попробовал догнать этот мяч и оставить его в игре. Но даже, судя по реакции самого форварда, видя эту передачу, понимал он, что не успеет он к ней. Даже скорее рассчитывал он, что сзади кто-то еще подключается, и пас это именно ему направляется. Ну а после того, как второй мяч забили Гепарда, на мой взгляд, немножко отдали инициативу красно-черной сопернику, или же сам соперник его заставил это сделать, но суть этого не меняет. Буран сейчас доминирует на поле, и один мяч, отыгранный Александром Петрученко, это яркое тому подтверждение. Но вот дойди сейчас вот эта вот передача на Андрея Конищева, и состоись выход один на один, скорее всего, неминуем был бы третий гол, и в итоге мы бы опять-таки говорили о том, что тактический рисунок игры Гепардов, он благоволит такому футболу, который мы сейчас наблюдаем. Но в футболе нет сослагательного наклонения, не раз повторял я эту фразу, наверное, можно даже сказать, что она моя любимая касательно футбольного действа. Так что продолжаем наблюдать за этим противостоянием, за этим увлекательным матчем, в котором, напомню, после 21 минуты игры впереди Гепардс 2-1. Алексей Штерн будет выполнять подачу от угла поля. Навес. И вновь совершенно один остается на дальней штанге Дмитрий Гитбендер. Никто персонально почему-то с этим высокорослым защитником не играет. Хотя есть в составе Бурана схожие по антропометрическим данным футболисты. Ну вот один раз уже забил Дмитрий Гитбендер. Видимо, мало защитникам Бурана одного гола от центрального защитника соперника. Тут Беридзе получает ответный пас с фланга. Пошел в обводку, но здесь его здорово обокрал Денис Мехедов. Штерн. Напрашивается еще передача правее. И момент. Здесь Герасимов вовремя выходит из ворот и сокращает угол обстрела. Быстро себе возвращает мяч красно-черный. Но затем безобразная обработка мяча от Романа Романова. И в итоге свободный удар, а затем и желтая карточка для Алексея Штерна, который помешал сопернику разыграть мяч. Разыгрывает мяч Буран. Не стал делать длинную передачу вперед. И вот только сейчас пошла диагональ на Петрученко. Тот, конечно, верховое единоборство в этом эпизоде выиграл, но точную скидку выполнить не сумел. Шкарин. Разворачивается под опеку сразу двух оппонентов и сохраняет мяч. Соболев. Один в один остается со своим соперником.
Шкарен. И... Нарушение правил фиксирует арбитр. Быстро вновь разыгрывает мяч бело-голубые. Дунаев прострела. Не дойдет эта передача до Петроченко. Затем подкат, но без нарушения правил все здесь обошлось. Буран продолжает свое наступление. Буквально без остановки атакуют бело-голубые. В такой ситуации обычно говорят, что гол – это лишь дело времени. Другое дело, на самом деле, уж простите мне такую тройную тавтологию, что моментов-то особых бело-голубые не создают. Да, был момент, когда Петрученко пробивал головой и выручил Филимонов, и помимо забитого гола, наверное, на этом все. Были неплохие моменты, когда со штрафного, например, пробивал Белик Тутберидзе. Но все-таки это нельзя причислить к моментам так называемым стопроцентным. Карен вновь оказывается в окружении нескольких оппонентов. Выбивают у него мяч в аут. Дунаев отбрасывает мяч Карену. И у того снова мяч отбирает Денис Мехедов. В отборе сегодня однозначно один из лучших. Денис... раз за разом в центре поля выгрызает мячи и позволяет таким образом своим партнерам организовывать контратаки. Вот очередная из них завершилась угловым, который подает Алексей Штерн. На этот раз радиоуправляемая передача до Дмитрия Гитбендера не дошла. В игру Алексей Герасимов вступает, но мяч остается у красно-черных. Ставит корпус Штерн. Бобровки прорывается здесь. Серия финтов на носовом платке, но не позволили соперники ему продвинуться к воротам ближе. Романов направо. Ответная передача не дошла, и теперь возможность для контратаки у соперника. Но отрабатывают гепарды в обороне. И момента не будет. Три с небольшим минуты у нас до конца первого тайма. Атаки снова гепард. Временами у нас команды меняются позиционным и территориальным владением. Показывает арбитр, что в этом единоборстве все было в рамках правил, и предлагает соперникам продолжить игру. Филимонов. Точно играет на партнера. Классно сейчас Денис Мехедов развернулся и устремляется к воротам соперника. Падение, и это штрафной. Это штрафной и повод на заметочку. Попасть к главному арбитру Виталию Хомякову. Потому что это срыв перспективный, безусловно, атаки. Но пока... арбитр решил без горчичника обойтись. Впрочем, его решение понять можно. Штрафной, тем не менее, все равно достаточно опасный. Алексей Штерн здесь готовится пробить по статичному мячу. До ворот метров 18-19. Практически прямо по центру. Великолепная позиция. Такой момент, безусловно, надо реализовывать. И хитро пробивает Штерн низом. Стенка подпрыгнула, но Алексей Герасимов там поставил защитника на дальней штанге. И именно он и разрядил обстановку, выбив мяч с ленточки ворот.
Да, третий гол сейчас был бы очень не кстати для команды Александра Новизенцева. Часто такие мячи называют в раздевалку, и они порой реально ломают тактику команды, пропустившей этот гол. Но вот сейчас повезло Бурану. Повезло в том смысле, что бело-голубые сами все сделали для того, чтобы в этом эпизоде не пропустить. Гитбендер блокирует дальний выстрел Даниила Шкарина. Заканчивает Буран первый тайм в атаке. Тут Беридзе смещается в центр, бьет с дальней дистанции. Бил под давлением, от того и удар точным не получился. Ну и получается, что право последней атаки в первой половине у нас у гепардов. Филимонов. Не самый удачный вот мяч в игру. Но остается мяч у красно-черных. Более того, еще и к чужой штрафной удалось приблизиться, но под слишком большим напором защитники Бурана не дрогнули и вынудили атакующую сторону свалить. Ну что ж, дорогие друзья, на этом события первой половины этого противостояния у нас подошли к концу. 2-1, отдыхаем и возвращаемся на стадион на Флотской улице. Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт». Ну что ж, дорогие друзья, пролетел у нас перерыв в центральном матче 27-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют Гепард и Буран. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Дмитрия Гитбендера 2-1. Мощно начали встречу Гепарды, забили 2 гола в первую половину первого тайма. Отличились забитыми мячами Илья Станиславский и Дмитрий Гитбендер. Но затем, как раз таки аккурат после второго забитого мяча, отдали инициативу сопернику красно-черные. Буран сумел еще прибавить, сумел надавить. Один гол еще до перерыва отыграл Александр Петрученко, замкнув прострел Даниила Шкарина. И таким образом минимальный перевес к началу второй половины дает нам все основания полагать, что оставшиеся 30 минут будут великолепными, и мы получим незабываемое зрелище. Буран сразу же с первых минут второго тайма начинает свое наступление. Команда Александра Новизенцева никоим образом не планирует терять сегодня очки. И вот, пожалуйста, на 32-й минуте у нас счет становится ничейным. Быстрый гол теперь удался именно Бурану. И все буквально мы начинаем с самого начала. Вот только на выяснение отношений у команд остается меньше получаса. Александр Петрученко становится автором дубля. Замкнул он подачу с левого фланга. Ну и теперь, безусловно, психологическое, ментальное, если хотите, преимущество будет на стороне бело-голубых. Они отыгрались, проигрывая в 2 мяча по ходу встречи. Они владеют территориальным преимуществом, и у них есть ресурсы для того, чтобы не остановиться и вырвать победу. Причем не впервой команде Новизенцева отыгрываться в сложных ситуациях. Например, в игре против «Практика», когда только-только зеленоградцы зашли в турнир, вместо снявшегося с розыгрыша перед летом, Буран испытал серьезные сложности с акулами и в конечном счете сумел переломить ситуацию и выиграть победу. Тут Беридзе разворачивается,
Откидывает мяч Шкарину. Контролирует мяч на чужой половине поля. Белоглубые, еще момент! И не поверил в эту передачу Берег Тутберидзе. Вернее, оказался чуть-чуть не в той точке, где был мяч. И в итоге момент упущен. А Гепардс атакует 3 в 3. Конищев смещается в центр, бьет с левой ноги. Неплохо раскачал оппонентов. Но вот на удар уже такое чувство, что буквально силенок просто не хватило лучшему игроку первого дивизиона. Теперь в атаку бегут бело-голубые. И здесь как-то слишком уж хладнокровно в своей штрафной действуют гепарды. Чуть было в итоге дело не закончилось неприятностями. Шкарин штрафной, убирает мяч, а затем все-таки упускает футбольный снаряд за лицевую линию. Бодрое начало второго тайма, как и бодрый старт всего поединка. Но если в первой половине мы наблюдали за тем, как гепарды забивают два гола, один из которых получился быстрым, то теперь подобный блицкрик удался уже их сопернику. Впрочем, на этом останавливаться белоголубые не собираются. Дунаев. Здорово здесь. Разворачивается и сохраняет мяч. Хомяков. Длинный пас вперед. Но Гитбендер первым оказался на мяче. Штайн за эту передачу не зацепится. Возвращается мяч к Бурану. Болдарев играет на Шкарина. Шкарин вперед, неплохо, но чуть-чуть не точно по исполнению. По мысли все было сделано очень неплохо. Вот исполнение порой подводит даже таких мастеров, как Даниил Шкарин. Никак не удается гепардам наладить контр-игру во второй половине. Достаточно быстро мяч себе Буран возвращает. Вот еще одна попытка устроить наступление у красно-черных заканчивается провалом. Но, может быть, сейчас увидим что-нибудь интересное. Станиславский играет центр. Мехедов на Штерна. Неплохо. Нужно уже избавляться от мяча Алексею Штерну. Но тот любит поработать с мячом, любит попридержать его. И вот в итоге это все чуть было не обернулось атакой на его ворота. Романов направо. И здесь будет первым на мяче Алексей Герасимов. А это фол. Как-то непонятно сейчас действовал Роман Романов. Бежал назад, даже несмотря на мяч. Хорошо еще, что Даниил Шкарин правила нарушил. Вообще здесь Романов должен был забирать этот мяч и без каких-либо проблем начинать новую атаку своей команды. Зеркальная ситуация. То, что мы видели несколькими секундами ранее. Рефери оказался последователен. И здесь зафиксировал нарушение правил. Так что, я думаю, претензий никаких у соперников к главному арбитру встречи быть не должно. Несогласованные действия. Не подсказал Хомяков, что можно оставить мяч Егору Дунаеву. И в итоге очередная потеря. Знаете, после того, как счет у нас стал равным, в принципе, и в первой половине подобное мы наблюдали, но вот сейчас это видно отчетливо. И цена ошибки, казалось бы, действительно велика в сегодняшнем противостоянии. Но как только об этом задумываются оппоненты, так сразу же количество этих самых ошибок возрастает до каких-то невероятных цифр. Понятное дело, что если и в высшем дивизионе соперники собираются действовать в похожем режиме, в похожем темпе, то побороться там за что-либо значимое будет ой как непросто. Самый яркий пример этому это выступление в нынешнем сезоне МСК Европа. В прошлом году команда Павла Дитловицкого, только-только заявившись в первую лигу, сходу сумела пробиться в стыковые игры и
казалось, наиболее прагматичным коллективом первого дивизиона. Затем уверенно и заслуженно выиграла стыковой турнир. И даже в первой части сезона в высшем дивизионе выглядело очень неплохо. Но когда только дело дошло до решающих матчей, до решающего этапа чемпионата, вот сразу же у Европы начались проблемы с набором очков, с результатом. И в итоге сейчас команда располагается на последнем месте из всех живущих коллективов. Напомним, что «Азимут» и «Энергомаш» с розыгрыша по ходу первенства снялись. И, скорее всего, уже никаким образом Европе избежать участия в стыковом турнире не удастся. Вчера команда без шансов уступила «Стелле», и отставание до спасительного места вне зоны стыков стало составлять 6 очков, что за не самый продолжительный оставшийся отрезок в турнире отыграть будет достаточно сложно. Впрочем, и в первом дивизионе судьба, разве что за исключением золотых медалей, еще не решена. Здесь, конечно же, преимущество Аэрофлота невероятно высоко. На мой взгляд, смена также не упустит серебряную позицию, а вот за два места в стыковом турнире еще поборются сразу несколько соперников. Помимо сегодняшних участников противостояния, это и Ассирия, и Тандер, который вчера Бинго Бум обыграл и вплотную приблизился к зоне стыков. И даже, наверное, Кристалл, который попал в функциональную яму в зимний этап чемпионата и набрал непозволительно мало очков для команды, которая сражается за повышение в классе, но все-таки со счетов опытный коллектив Максима Горбачева, который не один сезон в высшем дивизионе провел, сбрасывать мы с вами не будем. Ну а Буран бежит за третьим голом и забивают его бело-голубые. Как-то действительно слишком очень просто эту атаку подопечные Александра Навезенцева провели, и Артур Бегларян становится автором третьего забитого мяча своей команды в сегодняшнем противостоянии. 3-2. Вряд ли кто-то мог подумать на 15-й минуте в середине первого тайма, когда «Гепарды» вели в два забитых гола, что менее чем через полчаса впереди уже будут бело-голубые. Но говорил я вам, что хорошую игру мы сегодня будем с вами смотреть. Говорил я вам, что и голов забитых будет также немало, и уверен, что вот этот вот гол Бегларяна, он не последний в сегодняшнем противостоянии. Штерн, не удалось ему прорваться к воротам соперника. Болдарев заскучал немножко на позиции центрального защитника. Вадим Болдарев рвется, он к чужим воротам. Здесь прострел прерывают защитники «Гепардов», и аут зарабатывают бело-голубые. Перехват в центре поля. Дунаев завозился с мячом. И это ответ «Гепардов». Надо сравнивать счет. Но как не попадает Алексей Штерн. До ворот было метров 5, а может быть 6. И понятное дело, что под сопротивлением наносил он этот удар. Но в такой ситуации лидер команды должен был брать дело в свои руки и сравнивать счет. Хороший момент создали партнеры для Штерна. Егор Дунаев чуть было не стал соавтором этого гола, потеряв мяч вблизи собственной штрафной. Но в этот раз Буран, скажем, прямо отскочил. Ну и продолжает свое давление на ворот соперника Буран. Не собирается останавливаться на преимуществе в один мяч. Бегларян попробовал пробить после смещения с фланга в центр. Его удар заблокировали, но атака продолжилась. И еще один стандарт бело-голубые заработали. Свободный удар. Как говорили в детстве, поворотом не идет. Но, тем не менее,
Берег Тутберидзе показывает арбитру, что нужно отодвинуть стенку на положенные 8 метров. Докоснулся до мяча Даниил Шкалин, после этого ударил Тутберидзе. Как-то слишком просто, слишком поспешно и в итоге совершенно не опасно этот стандарт разыграли номинальные гости. Штерн продлевает полет мяча. Здесь Конищев и еще один его партнер накрывали единственного оппонента Хомякова в его штрафной. Тот просто в итоге выбил мяч за боковую, а сейчас Алексей Штерн заработал корнер. Естественно, Дмитрий Гитбендер отправляется в чужую штрафную. Подача! Здесь Герасимов выпрыгивает высоко и переводит мяч далее кулаком. Конищев выигрывает единоборство, а затем нарушение правил. Поставил корпус Берег Тутберидзе и попросту в него врезался Павел Чекмаев. Близится к своему экватору вторая половина встречи. Гепардс нужно что-то менять, чтобы переломить уже ход неудачно для себя складывающегося противостояния. Ну и наставник команды меняет как раз-таки Чекмаева, возвращая на газон Ярослава Короленко. Следовательно, очередные перестановки у нас в линии полузащиты произойдут. Короленко в сегодняшнем матче действует на позиции опорного хавбека. Смею предположить, что и сейчас он эту позицию займет. Шкарин в очередной раз демонстрирует всем свой дриблинг. Бегларян играет назад. Пас в штрафную. Но опять-таки, это все пока не опасно, потому что напрямую угрожать воротам в такой ситуации практически невозможно. Но здорово здесь поборолся Егор Дунаев и вернул мяч своей команде, казалось бы, в уже проигранной ситуации. Но все-таки, опять-таки, дело до удара по воротам не дошло. Артур Пеглорян затем правило нарушил. Гепард мяч перехватил. Но упрощая игру, сейчас никак не удается гепардам вернуть себе инициативу. Подбадривает Алексей Штерн партнеров, призывая их еще больше сплотиться и заключительный отрезок встречи провести на максимальных скоростях, на максимальной концентрации, в общем, на максимуме. Но помимо гепардов, сейчас на поле еще и Буран, который ведет в счете и, уверен, не собирается отдавать добытое. Тутберидзе хорошая по замыслу, но совершенно не получилось по исполнению передача. Ну и напомню, опять же, у гепардса сейчас самая длинная беспроигрышная серия в первом дивизионе. 12 матчей подряд не проигрывают гепарды. В последний раз покидали футбольный газон на щите во внутреннем чемпионате красно-черные еще в прошлом году, 19 ноября, когда в рамках 14-го тура гепарды уступили несомненному лидеру чемпионата Аэрофлота со счетом 0-1. Ну и проигравшая сторона сегодня с большой долей вероятности выпадет из числа четырех лучших коллективов первого дивизиона. Ассирия, которая сегодня вечером будет играть с Ювеналом, с большой долей вероятности пополнит копилку тремя очками. Впрочем, опять же, не будем забывать, что именно охранники являются одним из немногих коллективов, которые
который сумел обыграть в этом сезоне Аэрофлот. Но, тем не менее, Ассирия, безусловно, в игре с командой Валентина Чернышова будет считаться фаворитом. И вот она-то в случае победы абсолютно точно, вне зависимости от того, кто сегодня победит в этом матче, вернется в четверку сильнейших. Потому как по понятным причинам и Гепардс, и Буран набрать 3 очка в очном противостоянии не смогут. Повторюсь, также и Тандер вчера в противостоянии с Бинго Бумом добавил 3 очка в свою копилку. Так что здесь борьба за 2 путевки в стыковой турнир вновь обострилась до предела. Бегларян сохраняет мяч для своей команды. Хомяков налево. Дунаев, Шкарин бить не стал. Продолжает смещаться к воротам. Удар в ближний угол, и штанга спасает Дмитрия Филимонова. Казалось, что не получился выстрел у Даниила Шкарина. Но на помощь Форду пришла не лучшая занятая позиция голкиперу. А тому, в свою очередь, повезло с тем, что мяч в ближний угол не юркнул. Штрафной зарабатывает Буран за 10 минут до конца поединка. Хорошая точка. Помните, в первом тайме примерно с этой же позиции пробивал Алексей Штерн, но его выстрел тогда голом не завершился. Ну а сейчас у мяча Берег Тутберидзе. Перекидывает в стенку, но перекидывает и ворота Берег. Сегодня стандарты не идут у одного из лучших игроков Бурана нынешнего сезона. Просто вдумайтесь в эти цифры. На счету Тутберидзе 24 забитых мяча, а ближайший его преследователь в команде Артем Соболев имеет всего 7. Понятное дело, что такая заточка под действие одного из футболистов, она, конечно, не всегда идет на пользу команде. Но вот сегодня Тутберидзе не забивал, к слову. 2 гола провел Александр Петрученко. Еще один мяч на данный момент победный на счету Артура Бегларяна. Но опять же, недооценить вклад Тутберидзе в действия команды, ну, попросту невозможно. Хомяков. Гларян здорово здесь разобрался с оппонентом и от подката ушел. А вот только передача на Шкарина получилась чуть сильнее, чем, наверное, самому футболисту хотелось. Но этот момент, безусловно, войдет в хайлайт сегодняшнего противостояния. Здорово здесь Бегларян разобрался на носовом платке. Ну и здорово здесь же, уже секундами позже, гепардцы заработали штрафной. В не самой очевидной ситуации фалили защитники Бурана. И давайте понаблюдаем за этим стандартом. Станиславский здесь немножко поигрался с судьей и оппонентом, но все-таки по свисточку будет выполнять этот стандарт красно-черный коллектив. Станиславский, удар! И мяч проходит рядом со штангой. По крайней мере, с нашей позиции казалось так. С другого ракурса, может быть, и все виделось иначе. По крайней мере, казалось, что удар у Станиславского получился. И не уверен я, что дотянулся бы до мяча Алексей Герасимов, попади в девятку 31 номер гепардов. Болтарев однокровно разобрался со своей штрафной. Убивает мяч на чужую половину. Здесь Гитбендер провожает мяч до своего голкипера, ставя корпус Петрученко, не давая тому возможности добраться до мяча
Ну вот, действительно, сегодняшняя прямолинейная игра, особенно во втором тайме, не приносит результата для Гепардс. Приспособились к своему оппоненту бело-голубые, если поначалу получалось мало что, если не сказать ничего, и два гола были яркие моменты для одних и абсолютно непонятные для других, то вот затем преимущество перешло к Бурану, и до сих пор команда Александра Новезенцева инициативу сопернику не отдает. Хотя, казалось бы, до конца 6 минут, и сейчас именно Гепард должен управлять балом и начинать организовывать финальный штурм. Впрочем, еще не все потеряно, не все закончено. И вполне вероятно, что финальный навал в исполнении красно-черных мы еще увидим. Штерн. Поспешная передача, никто его не атаковал. Возможно, чувствовал он дыхание Артема Соболева на спине. Но тот вовремя отклеился от оппонента, понимая, что можно ждать от него в этой ситуации. И в итоге этот пас перехватил. Впрочем, слишком много мы внимания отдельному эпизоду уделяем. Игра у нас уже давно возобновилась, и команда успели еще по разу потерять мяч. Станиславский на Штерна. Не лучший прием мяча. И действительно, да, от ноги Алексея Штерна мяч покинул пределы поля. По крайней мере, по звуку казалось из комментаторской позиции именно так. Что успел Штерн накрыть вынос Вадима Болдырева. Болдырев. После того, как перешел на позицию центрального защитника, Вадим Болдырев, действительно, ситуация в обороне у бело-голубых заметно улучшилась. Возможно, не стоило оставлять этого футболиста на замене в начале поединка и с первых минут выставить его в старте. Но задним числом, безусловно, мы все хороши. И снова Болдырев выигрывает единоборство у Алексея Штерна. Не было здесь нарушения права, подставлялся под фол Егор Дунаев. И правильно сделал арбитр, что игру не остановил, но Гепард такое чувство, что сами уже не верят в возможность спасения. Нету той искры, которую мы обычно видим в подобных матчах, в подобном противостоянии. Ну а если бы сейчас Буран и четвертый гол забил, то, наверное, на этом интригу можно было бы считать умершей. Но угловой Дмитрий Филимонов спас свою команду на глазах у своего однофамильца, знаменитого голкипера Александра Филимонова. Интер свой матч регулярного чемпионата проводит сразу после окончания этого противостояние на Радзуре, лидирующие в высшей лиге, будут встречаться с футбольным клубом APC. Но у нас другой дивизион, другой матч и другие турнирные расклады. 3 минуты до конца. Буран ведет в счете 3-2. И по-прежнему владеет, стоит признать, инициативой. Опасный штрафной под левую ногу Артема Соболева. Удар! Развалила стенка. И пришлось вступать в игру Филимонову. Но пока он свою команду в игре оставляет. Штерн играет назад на Мехедова. Тот правее. И вновь несогласованность в атакующих силах красно-черных. Демицычев начал смещаться во фланг. Передача пошла в центр и потеря. Отодвинулась атака гепардов на свою половину поля. Беридзе. Еще и перехват совершили бело-голубые.
Хомяков. Длинная передача, но здесь Гитбендер вовремя выдвинулся вперед и мяч перехватил. Мехедов, да, опасный подкат, безусловно, от Егора Дунаева. Гитбендер накрывал его Берег Тутберидзе, но сохранил мяч капитан красно-черных, а вот его партнер в итоге мяч потерял. Попадает мяч в руку, здесь, безусловно, не было никакой игры рукой, затем уже Берег Тутберидзе сфалил. Не покинул мяч предела поля, а остается в игре. С моей позиции это было хорошо видно. Вот все-таки финальный штурм, судя по всему, состоится. Последние несколько минут атакуют исключительно гепарцы. И момент! В подкате Дмитрий Гитбендер не сумел переправить мяч в ворота. Здесь, конечно же, велика роль Алексея Герасимова, который вступил в игру и чуть-чуть изменил траекторию полета мяча. В итоге помешал капитану соперника сравнять счет. Желтая карточка Артуру Бегларяну, которая для него становится четвертой. Поединок следующего тура против Ювенала Бегларян пропустит. Но сейчас на кону другие задачи. Возможно, Бегларян и по личным причинам не сможет принять участие на следующей неделе в противостоянии с охранниками. Но факт остается фактом. Бегларян четвертую желтую карточку получает. Хотя нет, прошу прощения, это, конечно же, не Артур Бегларян. Ошибся ваш покорный слуга, это Вадим Болдырев там. Как мог, затягивал происходящее. Даже не знаю, что на меня нашло. Совершенно разные футболисты, как по антропометрическим данным, так и по позициям на поле. Но вот так вот накал борьбы даже на меня действует. Приношу свои извинения всем, кто следит за сегодняшней трансляцией. Основное время матча тем временем уже подошло к концу. Что-то, безусловно, арбитр команда компенсирует. В частности, вот за вот эту вот задержку. Но арбитр не позволяет Бурану провести замену. Заброс, но это легкий момент для Алексея Герасимова. Выносит мяч далеко. Голкипер Бурана. И ровно в этот момент и звучит финальный свисток, возвещающий о том, что в 27-м туре беспроигрышная серия «Гепардс» завершилась, а Бурана, победив своего прямого конкурента в центральном поединке тура, выходит на третье место в турнирной таблице. Что ж, дорогие друзья, на этом наша трансляция подошла к концу. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги, друзья, и до свидания. Нанесение номеров, фамилий и клубной символики. Спортпринт М.